С Новым годом, бля! Я автор этого канала. Смотрите, какой у меня охуенный микрофон. Я буду говорить именно в него. Я автор этого канала, как неудивительно. И мне бы хотелось сказать о том, что на этом канале, скорее всего, если я не передумаю, скорее всего, будет изменение. Из-за того, что, как вы знаете, или из-за того, что мало вообще кто меня смотрит, формат канала жестко поменяется, так как поскольку обратно же у меня нет особо много времени выпиливать анимации, я пытаюсь улучшить свой скилл рисования, а еще работаю над кое-чем. И по факту особо так-то и кидать лишние анимации немножко сложно, по той простой причине, что нет времени. Но что я вам хочу сейчас сказать, мои дорогие зрители? Во-первых, смотрите на мою офигенность. Вы подписались на меня? Да? Подписывайтесь. Второе. Какие тогда будут изменения, если вам интересно? И если кто-то вообще будет на это смотреть. Изменения будут такие. Я жестко поменяю формат. Теперь вы будете видеть меня гораздо чаще. С этими офигенными очками. А значит, будет больше контента. Будет больше интересных вещей. Короче, будет интересно. Помимо всех этих громких слов из разряда «ща будет клёво, только подождите», хотелось бы добавить, как ни странно, поздравление, что ли. Я не Путин, но я хочу вас поздравить с Новым годом. С Новым годом. Надеюсь, у тебя все получится, чувак. И надеюсь, у меня точно получится. Надеюсь, у всех все получится, потому что это очень нужно. Это очень нужно тебе, мне, тебе. А значит, как же не пожелать лучшего без определенной цели? Сейчас я буду пародировать себя из прошлого и скажу себе, мол, йоу, я хочу сделать что-то, я хочу добиться чего-то. А чтобы добиться, нужно поставить четкие цели. А что тогда за четкие цели? Это видео я обязательно посмотрю на следующий Новый год. Привет из прошлого. И какие цели я бы себе хотела поставить, спросите вы? И почему это видео такое водянистое? Все легко и просто. Это видео не сколько для вас, сколько для себя любимой, потому что я люблю себя. Но вы тоже любите себя, я вас тоже люблю, вы просто четкие люди. Что бы надо мне сделать в будущем? Конечно же, это добиться успеха. Добиться славы. Добиться хоть какого-то нормального и рабочего контента. Мне кажется о том, что создавать условно новый канал, но уже в мертвом канале, учитывая то, что каждое видео уходит в дно, я начну снимать что-то более простое, что-то более такое осмысленное, я не знаю. Что-то для творческих людей, что можно поставить на фоне и наслаждаться. А, так вот, куда это я? А, да, точно. Мои великолепные водянистые обещания самой себе из будущего, из прошлого, из сейчасного, из времени. Добейся. Сделай то, что планируешь. Научись чему-то новому. Желательно программированию. Самое главное, не теряй надежду. И сейчас я это говорю не только мне, но и вам. Не теряйте надежду. Не теряйте надежду и не отчаивайтесь. Потому что надежда... Чувствую себя фанатом Данганропы. Надежда — это то, что держит нас на плаву, а то, что спускает нас вниз и делает нас слабее — это отчаяние! Самое главное, конечно, для вас — это делать то, что вам нравится, как ни странно. Я уже думаю, я уже налила в это видео столько воды, что я уже захлебнула сама в себе. С Новым годом, блядь! До скорой встречи. Смотри, какая красота. Клёво. Чувствую себя таким.